dvhub.ru. 8 мая 2019 года к нам поступила вот Абрамова Виктория Андреевна. Ее привезли с Вандаком дальние какие-то родственники. И вот была она вроде бы, ну, не ходила, не это, но вроде бы как бы все было хорошо, потом стало хуже. Произошло, что, как и не первый раз у нас уже происходит, бабушка умерла. Вызвали участкового, как обычно. Он зафиксировал смерть. Позвонили в скорую, нам сказали, что к нам не приедут, потому что у нас нет договора. Заключали однократно, или как он там называется, договор. И они забирали, мы им отдавали на руки деньги. Сколько? Ну, последний раз 2-300 с чем-то. За человека? За человека, да. Хотя последний, вот предпоследний точнее, не вот этот раз, а перед этим, у нас возникла проблема, у нас ночь пролежал труп здесь с бабушками вместе. В комнате? В комнате, было жарко. И только утром или к обеду, и то приехал один водитель, ему даже никого не сказали, что ему нужно было везти труп. Приехал за деньгами и за договором. Я позвонил, ему сказали, так как нет договора, они не приедут забирать труп. Также они и в прошлый раз говорили, но потом приехали, забрали. И я думаю, не составило бы проблем для них и в этот раз забрать труп. Но в этот раз нам пришло, хорошо есть, куда было убрать еще двух проживающих здесь бабушек. Перенесли их в кровать, и потому что, ну, извините, с трупом всю ночь лежать, ну, как-то есть разные там люди, кому-то это без разницы, а кто-то там начинает, веря всякие суеверия, переживать, вдруг ночью встанет. Очень плохо. Они поступили нечестно, некорректно со своей стороны. Они сдают клятву Гиппократа, а выходит, они ее нарушили. Они, деньги важны для них. Если денег нет, значит, не надо хоронить. Незаконно нарушают, я думаю. Даже с одной бабушкой ночевала, кстати. Первая, которая умерла, со второй и не пришлось, а с первой, да. Мы ночевали, с первой, на комнате, а что делать? Да, у нас здесь получается, вот человека закрываем, у нас здесь как морг. Только морозильника нет, чтобы на ночь заморозить. dvhub.ru